Организовали мероприятие по противодействию нелегальным перевозкам в связи с тем, что часть нелегальных перевозок у нас осуществляется на тимчасово оккупированной территории Автономной Республики Крым, а это вопросы национальной безопасности. Мы с сегодняшнего дня начали работу, и в Новой Алексеевке, это транспортный узел, куда приходит на сегодняшний день поезд, это конечная станция поезда, нелегальные перевозчики, порядка 50-60 человек, оказали физическое сопротивление органам государственной власти, угрожали жизнью и здоровью. Органы государственной власти, которые несут ответственность за веренную им территорию, именно районная державная администрация, не может организовать безопасность, не контролирует ситуацию в районе. Это первое. Второе. Правоохранительные органы, которые сегодня контролируют даже ситуацию на прикордонной территории административной линии разграничения с временно оккупированным Крымом, не владеют ситуацией, ее не контролируют. Вопросы становятся кадровые. Мы об этом будем информировать администрацию президента для принятия мер государственного реагирования.